Итак, где мы сегодня? Мы сегодня смотрим крутые тачки в Range Rover, Land Rover, да? В Land Rover Experience. Мы здесь уже не первый раз. А Range Rover я сказала, потому что мы будем смотреть конкретно Range Rover Evoque. А, вот, мы здесь уже не первый раз, мы здесь второй раз. Ростиславчик у нас уже катался, смотрел, как ездят разные машинки. А я сегодня буду ездить на такой полосе с разными препятствиями и вот этим вот всем. Ни разу в жизни не пробовала, очень интересно, страшно, потому что я за руль не садилась уже, не знаю. Ну, мне кажется, порядка года или полгода в пандемию, даже не помню, чтобы ездила. И, соответственно, слабо помню, где газ, где тормоз, но инструктор обещает помочь. Сейчас пойдем на инструктаж, на всякие рекламные штучки, где нам расскажут про Land Rover, про то, какие машинки есть, про то, какие классные это тачки. Ну, а мы тем временем сидим в Ягуарчике, в F-Type. Классная машинка, настоящая двушечка. Все, как любят наши друзья. Сидится хорошо, скажем честно, хорошо. Посмотрим, как будет сидеться в точилках побольше. Я-то люблю побольше. Посмотрим. Вот такой вот красавчик F-Type R-очка, в котором мы только что сидели. Так шикарно он выглядит со всех сторон. Тут вот у нас цветочки, ровно как дома. Но мы сюда приехали смотреть не на цветочки. Давайте еще посмотрим на эту прекрасную попку. Ну, что скажешь, шикарен со всех сторон. Очень красивый. Там мы прошли теорию. Сначала маленький фильм 6-минутный про историю нашего бренда и про то, как создавались такие суперские машинки. Потом сходили на теорию. Теория у нас делится в зависимости от того, куда вы идете, на оффроуд или идете на трассу. Не помню, как на трек, как это называется правильно. Соответственно, мы ходили на теорию по оффроуду, посмотрели, какие вообще возможности есть у машинок. И сейчас пойдем на практику. Будет очень интересно, потому что у нас инструктор женщина. Очень неожиданно, я и сама боюсь. Так что надеюсь, что мне морально помогут. Мы с вами подъедем. Перед подъемом останавливаться не обязательно. Плавно нажимая на газ, едем чуть выше середины. Там нажимаете на тормоз, я вам скажу стоп, включаете заднюю передачу и убираете ноги на пол. Система спуска у нас зеленая, горит активно, так что она уже готова к работе. Все, можно начинать движение. Отлично подъехали, ровненько стоите. Нажимаю на газ, потихоньку едем вверх. Чуть-чуть добавьте газ. Отлично. Можно еще чуть. Главное добавлять плавно. Есть желание нажать прям тапку в пол, но тогда мы сорвемся в пробуксовку. Это не очень хорошо. Вот здесь стоп. Стоп сильнее. Задняя передача. Отлично. Теперь вообще совсем на пол. Убирайте, убирайте. Страшно убирать. Не-не-не. Да, вот страшнее убрать. Смотрите, тут важно понимать, зачем это делается. То есть, если вы сегодня будете тормозить, да? Вот здесь стоп. Отлично. Очень аккуратно работаете с газом. Прям великолепно. Идем на спуск 40%. Так, и там мы тоже... Подъедем, выставим машину на препятствие. Хорошо. Так, подъезжайте, подъезжайте. Теперь, контролируя машину тормозом, наклоните ее так, чтобы через лобовое стекло было видно, куда вы едете. Чуть правее. Отлично. Руль ровно и наклоняйте ее вниз. Как будто у вас ничего нет, вы просто едете. Едем, едем, едем. Все видим. Нет, еще не видим, еще пониже. Все. Вот теперь ноги на пол и потом чуть правее. Прям на пол? Только что мы ставили назад на пол. Вперед легче. Давай, ныряем. Раз, два, три.
все, чуть правее все. Ну все. Блин, круто. Это не извините, я рад все поехал. Вообще круто. Очень ведет круто. Она себя очень круто. Конечно. Обалдеть. Просто, знаете, ну это, первый это раз страшно. Это просто договориться с мозгом, как я говорю. Вот понимаете, вы всегда знаете, что тормоз ну, нас лучший друг. Ну кажется, что она полетит. Вы полетит, да. У вас когда сложная ситуация, всегда тормозите. А тут вдруг вы говорите в своей голове, нет, тормозить не надо. Он говорит, ты что, с ума сошла? Такая ситуация, так себя тормозить не надо. И едем на вот эту канавку. Едет она прям очень. Конечно. Этой системе уже больше 20 лет. То есть она не вчера изобретена, она уже опробована. Угу. Так. Роль прямо, колеса ровно и аккуратно по одному колесу опускаем в канаву и переезжаем. Опять же, технически машина может ехать быстрее. Ей это ничем не грозит. Но внутри автомобиля будет дискомфорт. Ну да, да. Еще правее, еще чуть-чуть правее. Тормоз. Вот здесь тормоз. Спускаем руль и спускаемся. Вообще ни разу не страшно. Он вообще тормозит прекрасно. Экстренно затормозите, разгонитесь и педаль прям в пол ударите так, чтобы она колом стала. Разгоняйтесь, разгоняйтесь, разгоняйтесь. Да я больше не разгоняюсь. Котик лапкой тормозит. Я...